Ну какая же зимняя сказка? Именно так назвали в этом году ледовый городок да без снега. На центральную площадь Уссурийска КАМАЗы привезли будущее белое покрывало для площади. Вы видите, что какие яркие у нас архитектурные такие сооружения стоят. Площадь с каждым днем все ярче, ярче, цветнее, наряднее делается. Естественно, завозится искусственный снег. Хоть так получилось, что снег не выпал, но сказка должна быть сказкой. Настроение должно быть праздничное. Однако лопаты в руках непростых разнорабочих. Создавать атмосферу зимнего городка вышли представители администрации округа, городской думы и молодежного совета. Вот, например, Маргарита трудится наравне с мужчинами. Во благо другим, ну и себе, конечно. Мы это делаем, потому что мы все жители нашего города. У нас у многих членов совета есть дети. Мы ходим на горку и планируем на новогодних выходных посещать нашу любимую площадь. Так что елка-красавица, инсталляции, горки и ледовые фигуры, а теперь и хрустящий снег под ногами будут ждать своих гостей на центральной площади Уссурийска. Не остались в стороне от работ в ледовом городке журналист Виктория Калинина и оператор на время без камеры, но с лопатой Роман Адонин. Телемикс.